Из нашего окна дорога ровно видна. Столичная администрация утвердила перечень объектов, которые в этом году включены в программу «Безопасные и качественные дороги». Ремонт сделают по 26 адресам. Список составлен с учетом пожеланий горожан. Новый асфальт, пешеходные ограждения, светодиодные знаки, расширенные перекрестки. На реализацию программы выделено более 750 миллионов рублей. Половина из федерального бюджета. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте столичной администрации. Проект реализуют в два этапа. Первый завершится в 2018, второй в 2025 году.